Всем привет! Сегодня будем слушать долгожданного Грота и его песню «Гость». Так давно просите, так давно, что даже уже стыдно, что не смотрела, но как-то время не доходило. Еженочно в комнате над младенцем молочным тени носятся, рвут края в клочья, проверяя сон детский на прочность. Тянет щупальца страх, но внезапно сгустки тины волной смоет за борт. Звук шагов в безопасности, запах, как в еловых раскидистых лапах, в маминых спица руках. Вместе с ним все домашние уснули, а страхи теперь на тебя бросятся, как взъерошенный улей. Посреди ночи, качая малыша, слушаешь, как твои тревоги возятся, кишат. Тревоги пляшут у костра и хором твердят об одном, грядущего развертывая полотно. Чем старше будет становиться сын, тем реже в твою сторону склоняться будут весы. Под маминым крылом умеренно тепло, но греться они лезут в общагу, там разбито стекло. Местами поменяется минус и плюс, он обязан... Как бы это о нашей жизни, да, песня? Иначе мужчины не стать, не построить семьи, но опасность полезна только в меру, как яд змеи. Ты не узнаешь, где его впервые угостят. Жертва плохой компании, нет, ее костяк. Магии у тебя с каждым днем будет меньше, другая ласка руками других женщин. Однажды он навсегда шагнет через порог, входит в апогей твой шабаш раздумий и тревог. Десяток везений, сотня подвохов, шелест оваций, выстрелов грохот. Крайностями бурлящая эпоха смотрит на спящего твоего кроху. Задолго до того, как родится, его странствие началось. Ребенок перелетная птица. Припев замечательный. Еще до того, как родится, его странствие началось. Ребенок перелетная птица. В доме твоем гость. Задолго до того, как родится, его странствие началось. Ребенок перелетная птица. В доме твоем гость. Еще до того, как родится, его странствие началось. Ребенок перелетная птица. В доме твоем гость. Хорошая песня, со своими словами хорошими, то есть как бы все, и смысл хороший, и все. Вот припев мне очень понравился. В куплете вот много раз говорила, и в этой песне опять так, вот это бум-бум-бум-бум, тормозит. То есть я люблю, когда мелодично, а тут вот как-то вот когда вот некоторые там вот отрывистые фразы, они хорошо смотрятся, а вот некоторые... Такие, знаете, вот как будто немножко нескладные. Вот они как-то для меня не очень нравятся. Вот в этом плане вот именно припев, припев был хороший, а куплет, вот он такой был как раз сильно-сильно тормозящий. Вот. Мне понравилось, в принципе, к Гроту я хорошо отношусь. И я всегда его хвалю. Но у меня есть вот какая-то такая минус к ней. Вот я сейчас, наверное, послушаю еще одну песню сразу же. И если я это же почувствую, вот то, что, о чем я уже не сказала, но подумала, то я тогда это озвучу.